На севере-западе Челябинска построят теннисный центр на 12 закрытых и открытых кортов. На возведение объекта уйдет порядка 1 миллиарда рублей. Спонсором строительства стал владелец торговой сети «Красное и белое» Сергей Студенников. На северо-западе Челябинска рядом с РМК-ареной построят теннисный центр на 12 закрытых и открытых кортов. По предварительным подсчетам, для возведения объекта понадобится порядка 1 миллиарда рублей. Спонсором строительства выступил владелец торговой сети «Красное и белое» Сергей Студенников. За аналог проекта взято здание Академии тенниса, расположенное в Екатеринбурге. По словам разработчиков, сейчас в Челябинске очень мало мест, где можно было бы полноценно заниматься большим теннисом. Новый объект увеличит количество оборудованных площадок практически в 2 раза. В рамках рассматриваемого проекта нет гонки за его окупаемостью. Теннисный центр главной целью несет доступность для жителей Челябинска в занятии большим теннисом круглый год. Реализация проекта позволит организовать подготовку профессионалов и повысить популярность большого тенниса в Челябинске. Авторы проекта отмечают, что особое внимание в новом центре будет уделено развитию детских секций по большому теннису. Закрытые и открытые площадки позволят сделать занятия круглогодичными. Сдать объект планируют к концу 2024 года.